На минувшей неделе в Москве прошел международный танцевальный проект «16-я Всемирная танцевальная олимпиада». Программа многодневного мероприятия была насыщенной. Различные мастер-классы, круглые столы, праздничные концерты, состязания по нескольким видам спорта. В числе прочих в рамках олимпиады прошли соревнования по спортивной аэробике, объединившие более 250 представителей Москвы, Московской и Нижегородской областей, Татарстана и Чувашии. Борьба за медали проходила в нескольких возрастных группах от 9 лет до 15 и старше. Достойную конкуренцию своим коллегам составила сборная команда нашей республики в составе 35 спортсменов. В условиях острой конкуренции в активе воспитанников заслуженного тренера Чуваш Оксаны Дьячук 19 медалей в личном зачете и 3 в командном. Отметим, что в каждой из трех возрастных групп представители Чуваши заняли первые места в командном зачете. Среди спортсменов 9-11 лет Чуваш обошла Москву и Московскую область. В группе 12-14 лет наши ребята были лучше представителей столицы России и Татарстана. Среди спортсменов 15 лет и старше мы опередили Москву и Нижегородскую область. Поздравляем спортсменов и их наставников с заслуженными наградами.